P2PS – это криптотокен, основанный на Ethereum и отвечающий стандарту ERC-20, а также защищенная блокчейн-платформа для цифровых активов. P2PS является шлюзом для осуществления транзакций на децентрализованных, безопасных и открытых платформах одноранговой связи, используемых в правительственных учреждениях, сфере обороны, образования, медицине, фармацевтике, в банковском деле, финансах и в других корпоративных секторах. Он заменяет традиционную лицензию и транзакционные сборы, оплачиваемые поставщиками услуг, а также конечными пользователями на разных одноранговых сетях и платформах электронной коммерции. Криптотокен P2PS был разработан командой P2P Solutions Foundation.